В Самарской области стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают больницы, поликлиники, детские сады и школы. Параллельно подключают жилые дома. В целом коммунальные сети к отопительному сезону готовы. Об этом сообщают в региональном министерстве ЖКХ. О возникающих сбоях и неполадках просят сообщать по телефонам горячей линии. Они начнут работать в следующий понедельник. Мы ждем звонки жителей, они будут на обратной связи. Естественно, до выяснения, устранения ошибки мы эту связь не теряем. Обычно, по практике скажу, это бывает примерно 300-400 звонков. Я надеюсь, что в этом году будет меньше. Долги за коммуналку – еще один вопрос, требующий системного решения. Сумма задолженности перед энергетиками по Самаре составляет 160 миллионов рублей. Это на 60% больше, чем в прошлом году. В числе злостных неплательщиков 8 управляющих компаний, дома, закрепленные за ними, отключать от теплоснабжения не станут. Но с компаниями-должниками разберутся по закону. Борьба с теми людьми, которые коммерчески управляют жилищным фондом, собирают деньги, не отдают, потом банкротят предприятие, должна вестись очень жестко. Будут проверки, и будут у этих проверок результаты, и если такие мысли и эти действия были осуществлять, это будет выявлено.